Как-то кенгуру сказал: надоело пить одно и то же молоко. Хоть что-то бы на завтрак сухого дали. И кенгуру спросил мистера Васю, существует ли кенгуриный корм. Мистер Вася ответил: существует кошачий, собачий и так далее. Для кенгуру корма не существует. А это мысль. И мистер Вася с котом набрали кучу полезных продуктов для кенгуру. Они уже набрали целую кучу продуктов и принялись за создание корма. Корм готов! Алло, строители! Постройте завод по производству корма для кенгуру.